Слава Украине! И вот в этот трагический день, 27 июня 2022 года, фактически в окончании первого месяца лета, Владимир Путин и его шакалы военные отдали приказ нанести удар по Кременчугу, Полтавской области. В Кременчугской ТРЦ оккупанты ударили ракетой Х-22 или Х-22, кому как удобно. Об этом сообщают воздушные силы вооруженных сил Украины. Снаряд выпустили с бомбардировщика Ту-22 М-3 с территории Курской области. Самолет взлетел с аэродрома Шайтовка. Примечательно, что Ту-22 и год 2022. Вот такие вот маленькие, вроде бы, знаки. Но все-таки в этих знаках что-то есть. И вот эта трагедия, это преступление, которое совершили оккупанты с Курской области. Вы вдумайтесь, мирные жители Курской области тоже ходят в торговый центр. И представьте, если бы по них тоже нанесли бы удар с самолета, как бы они реагировали? А российские войска нанесли по мирных жителям удар. По украинцам, по жителям Полтавской области. Когда-нибудь придет время, и россияне ответят за это все. Ответят за это все, и расплата будет. Так как мы знаем, что в мире никакая энергия не исчезает. За все приходится платить, как, так сказать, закон совмещенных сосудов. Я надеюсь, что эта расплата будет справедливая. И все те, кто виновен, причастен, а как это в жизни бывает, и те, кто даже не причастен, расплачиваются за грехи своих вождей. Царство Небесное всем тем, кто погиб у Полтавской области, в Кременчуге, а также есть жертвы и в Харькове. Царство Небесное им и вечная память безневинным жертвам злой воли преступника и террориста Владимира Путина.